Алексей Гагиев – один из лучших спортсменов школы ИКАР. Рекордное число его подтягиваний – 40 раз. Мальчик занимается самбо чуть больше года. За это время этот вид спорта сильно затянул борца. На последних двух турнирах в Городце и в Нижнем Новгороде Алексей взял золото и бронзу в весовой категории 50 килограмм. Своими успехами спортсмен доволен. Противники были довольно сложные, особенно в Нижнем. Но в Городце было, конечно, немного полегче, но там тоже было, собственно, сложно. И я думаю, что я отлично постарался для этого раза. Работать на результат было довольно тяжело. Готовиться было не так тяжело, потому что уже как бы пришло понимание, что можешь выиграть, и у тебя есть какие-то способности. Илья Ногтев тоже делает свои первые успехи в самбо. У спортсмена на счету золото на первенстве города и бронза на турнире в Городце. Илья в первый раз выехал на соревнования за пределы города. В Городце юного борца больше всего впечатлили масштабы турнира и количество приезжих спортсменов. Боролись по две схватки. Времени провели там примерно часов шесть. Когда боролись, нужно было забороть первого, там бы дали второе место. Если первую схватку проиграть, то тогда бы вторую победить, тогда бы дали третье место. Я первую схватку проиграла, вторую выиграл. Занятия по самбо воспитанники Максима Тарасова и Валерия Трубина возобновили год назад. И турниры в Городце и в Нижнем Новгороде – это первые выездные соревнования борцов за последние несколько лет. И результаты уже не заставили себя ждать. Самбисты привезли 2 золота, 4 серебра и 6 бронзовых медалей. Больше было работы в курточках, партере, в стойке, чисто самбистские тренировки. По нашей классической схеме и очень многое, то, что нам преподавал Виталий Карлович, мы привносим в тренировки. Многое, что сами мы узнали. Все-таки мы поездили по стране, по миру, видели разные методики, разные тренировки, разных тренеров. Здесь занимаемся. Разные броски, много соревнований. Вот. А есть какие-то уже результаты у тебя? Да. Первое место городское, второе место в городе Городец. Вот, второе место тоже за город, и третье место за город есть. 9-10 марта самбисты поедут на первенство области в город Кстово. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.